Всем привет, это канал Туманов Play, с вами Владимир, и мы играем в игру Ratchet & Clank. Ребята, продолжаем прыгать, а точнее летать, ребята, у меня крутой ранец. Clank выпускает какой-то или дым, или пар, в общем, мы взлетаем, и это очень круто. А куда идти? Да идти за мозгами надо, мы собираем мозги. Мистер Суркон тебя еще не убивал? Полетели. Это очень круто. Протонный барабан мы уже настолько прокачали, что он просто всех фигарит по-жесткому. Так, полетели наверх. Кто еще здесь? Надо нажать две кнопки. Эй, я смотрю, ты нашел мой селок для телеспрутов. Освободи спрута, и ты сможешь извлечь его. Еще где-то одна кнопка. Где последняя панель? Не, правда, а где еще одна? Подожди, куда провода идут? Где еще одна панель? Мистеру Зуркону скучно. Чё-то они где-то нас пытались обмануть. Где еще одна панель? Не, ну мы можем, конечно, слетать туда. Может, она там где-то, панель. Полетели. Не вижу я, чтобы здесь панель была. Ну ладно, если что, туда сейчас вернемся. Где Зуркончик? Ну-ка, протонный барабан, ребята. Всех вышибает просто. Встаньте на заправочную станцию. Сейчас заправим, нормально все. Так, надо ракетник. Ракетник где? Поехали. Мимо. Да куда ты, а? Куда он полетел? Это звучит куда лучше, чем ассистент консультанта при аванпосте. Давай все пособираем пока. Смотри, он побоялся и отлетел просто от меня. Я его уже, в принципе, побил хорошенечко. Ладно, мы добьем его чуть попозже. Я только хочу туда вернуться и найти, где это еще одна кнопочка. Стоп. Нам вон туда. Вон там, наверху я еще не был. Полетели. Отлично. Давай, протонный. Протонный где? Я кинул протон. А, нет, это я ракетницу кинул. На. Доступна новая карточка, ребята. Посмотрим. Плюющаяся гидра, по-моему, так называлась, да? Ладно, собираем. И куда теперь? Где эта третья кнопка, ребята? Нам надо найти третью кнопку. Да как? А, здесь меня бьют. Надо лететь дальше. Вон, я нашел третья кнопка, где оказывается. Все. Мы сейчас на нее нажмем. Да полетели наверх уже, быстрее. Вторая. И третья. Вот, а теперь берем Зуркончика, берем ракетницу и поговорим с этим здоровячком. На. Ракетница бы улучшилась побыстрее бы. Будет очень круто тогда. Стоп, у меня же есть что-то помощнее. Допустим, гранаты. Ребята, а то он меня сейчас так прибьет. Надо быстрее подходить ближе. Давай с гранат будем фигарить. А, мимо, прикинь, все, он отлетает просто. Нет, так не пойдет. Не пойдет, не будем тратить гранаты. А давай, ракетница. Но ракетниц мало осталось. А, собственно говоря, чем я его потом еще буду бить?
Зуркону скучно. Зуркон, ну стреляй, пожалуйста, а? Чё ты не стреляешь по нему? О, класс, патронов нет. Класс, патронов нету, а чё классного-то? Погоди, чем мне его теперь стрелять? Вот чем реально? Воспламенителем? Пикселизатор не достанет, он слишком бьет близко. Ну давай воспламенителем, иди сюда. Ну это мы это долгая история, ребят. Хотя, слушай, нет, нет, не очень долго, быстро, быстро, нормально все. Ну как бы не быстрее, чем с ракетницей, но мне кажется, все, уже 30% у него осталось всего. Сейчас мы его поломаем, здоровичка этого. Чем больше шкаф, ребят, тем громче падает. Сейчас он грохнется просто куда-то в лаву, наверное, или на землю, если он будет летать над землей. О, патроны закончились, 12% осталось у него. Ну чем тогда, я не знаю. Попробовать гранатами закидать. Иди сюда. Пораньше надо просто закидывать. Ну, попал. Вот стой так на меня, иди. 2% осталось всего. Чем стрельнуть? Зуркончик, может, ты достреляешь его, а? Так, так, так. Ну, огнеметом, если в упор. Подпалить получится? Есть, я его прибил. Я с него мозг собрал. А теперь, ребята, я остался совсем без патронов. Надо идти собирать патроны. Как-то это все дело проходить. А перед этим сейчас надо заправить ранец. Может быть, потому что будет... Может, еще отдохнуть приляжешь, Ломбакс? Отдохнуть не приляжем. Давай-ка подумаем, куда дальше идти. Смотри, есть дальняя какая-то площадка. Я ее вижу, в принципе, отсюда. Вот туда. Давай слетаем туда. Там мозг есть. Полетели. Надеюсь, он меня не пришлепает здесь сразу. Сейчас мы мозг разобьем и быстро свалим отсюда. Полетели дальше. Не трогай нас. Вот, здесь много их. Здесь их много. Так, тихо. Аккуратно сейчас. Протонный барабан где у меня? Хотя бы есть протонный барабан, он меня реально спасает во всем. Так, еще раз протонный барабан, давай. Не надо фигарить так сильно. Он из пулемета фигарит по мне. А если я пулемет сейчас возьму? Так, а я с пулемета могу теперь вот этого побить. Ну, попади в него. Попадай. Быстро мы его положили, ребята. Хороший пулеметик. Эта турель вообще классно стреляет. Надо все собирать, потому что оружие я потратил очень сильно. Давай. Карточку, по-моему, дали. Сейчас дай-ка я посмотрю. Давай откроем. Зефир и космическая станция. Хорошо, это хорошо, это очень хорошо. Куда? Вон туда наверх. К ребятам надо туда наверх. Но патронов надо где-то набрать. Патронов. Без патронов. Без патронов тут делать мне нечего. Протонный барабан. Я не знаю даже, как я их бить буду, потому что нету ничего у меня такого, чего... А, граната есть. Давай. На, получай. Попал. Теперь в этого надо. Не попал. Тихо, тихо. Куда? Да дайте расправлюсь, потом будем... Я чуть не упал вниз. Где последняя панель? Да я найду панель, потом разберемся с ней. Давай-ка, Зуркончик, стреляй хотя бы ты. Раз панель. Зарядим. Где еще панель? Два панель. Где-то третья, ребята, еще. А, вон, внизу третья панель. Внизу. Попробуем посмотреть, где там. Я не вижу, подожди, не вижу, где еще может быть. А, нет, не внизу, наверху, вот. Раз панель. Два панель. Да отстань ты от меня, где Зуркон там? Давай третью панель сейчас нажмем. Нажали. Погоди. Давай протонный кинем им. Барабанчик. А, этот еще тут стоит. Мне бы пулемет. Тихо, тихо, сейчас меня уронят просто туда, куда-то вниз. Привет, вонючий брежет.
позиции. Есть тут пулемет, я бы с пулемета сейчас шарахнул ему. Он близко, кстати, подходит. Может быть, получится его как-то запикселизировать, а? Я его пиксельным огромного этого сделал. Пиксельный. Пиксельный человечек. Точнее, мозг пиксельный. Новый уровень у пикселизатора. Отлично, плюс 20%. Так скоро он вообще будет сильно бить их. Ну, давай хотя бы с пикселизатором будем фигарить. Да не надо мне так сильно попадать. Запикселизировали паучка. А точнее, это был мозг. Чудесные мозги. Мы собрали 21, прикинь. Мы собрали-то уже достаточно. Обменяйте 20 мозгов на инфобота. 20 мозгов на инфобота. Но нам надо как-то вернуться обратно. Я предлагаю все-таки еще полетать. Посмотреть. Вот там какая-то станция, ребята. Надо наверх лететь. Очень высоко. Вообще высоко. Я даже не могу туда долететь. А как? У меня сейчас закончится топливо. Ну-ка, подожди. А если отсюда теперь попробовать стартануть наверх? Полетели? Нет, меня что-то не пускает. А как? Как тогда быть? А, вот сюда надо прилететь. Нет, ребята, так не пойдет. Срочно надо лететь и заряжать ранец. Туда я не смог попасть. Будем искать потом местность, где, как туда проползти, так сказать. Все, я зарядился. Ну, а теперь нам надо вернуться. Обменять эти мозги. Перед этим, конечно, можно и здесь разобраться со всеми. Ну, давай уже просто полетим. Выполним эту миссию и посмотрим. Может быть, нам еще какую-то дадут миссию, задание, не знаю. Мы это все увидим. Сейчас будет обмен. Где-то здесь он стоит. Все, я могу садиться. Можно считать, армейтели спрутов у меня в кармане. Вот ваш инфобот. Если что, вы его нашли в другом месте. Добрый вечер, дорогие планки. Это председатель Дредд с новостями о поисках нашего нового дома. На протяжении следующих нескольких дней активность бларгов по всей галактике заметно возрастет. Хотя это может привлечь к нам внимание властей, этот шаг необходим для обеспечения безопасного прохода для наших водосборщиков. Актуальная цель — пушка звездного дозора на планете Баталия. Это ионное орудие против целей в открытом космосе защищало галактику от вторжений с тех пор, как мы ушли под Землю. Выведем его из строя и продолжим осуществлять наш план. Приготовления к операции уже начались. Так что ничего не бойтесь, держитесь курса и все такое, бла-бла-бла. После того, как мы устраним звездный дозор и его защитников, приступим к финальной части моего плана. Мы должны помешать Дреку уничтожить пушку звездного дозора. По моим данным, орудие находится на Баталии. Надеюсь, мы не опоздали. Если хочешь подзаработать, собери мозги оставшихся особей. Я тебе за них заплачу. А если все добудешь, даже кое-какой презент подкину. Надо уже 60 мозгов собрать, ничего себе. Обменять мозги на болты, давай обменяем. Ну, полетели, получается, у нас еще куча мест, где можно раздобыть мозгов. Зарядим раницы и полетели. Не знаю даже с чего начать, куча островов. Ну, просто давай куда-нибудь на первый самый. Тут можно по пути еще подзарядиться. Давай вот сюда полетели. Так. Зуркончик, протонный барабан. И предлагаю идти собирать оружие.
Еще протонный барабан. Как-то здесь вот именно с патронами напряженка. Неужели вручную придется всех ломать? А еще куда-то можно сюда налево сходить. Ну-ка, а, здесь наверх. Отлично. Полетели. Еще один мозг. Надо еще. Нам много надо мозгов уже. Всего 4 собрал. Осталось еще 56. Ну, потихонечку сейчас все исследуем. Как говорится, это дело наживное. Давайте, ребята, протонный барабан сюда. Мы собираем болты, собираем патроны. Пока протонный барабан всех бьет. А вот сейчас протонный барабан закончился у меня, но есть, например, пикселизатор. Пикселизатором сейчас будем бить. Ай-яй-яй-яй-яй, зачем ты так меня? Ну-ка, ребята, держите. Пиксельными становитесь быстро. Где там Зуркончик? Хотя бы Зуркон меня выручает. И тот один остался у меня. Ладно, хотя бы энергетическую гранату дали, есть. Ну ничего, вроде хоть немножко оружия я под запас. Дальше куда? Вот здесь еще одна платформа у меня неисследованная почему-то осталась. Я туда обязательно схожу. Так, сейчас получается... Ну-ка, здесь был? Здесь я был, почему-то какая-то маленькая платформочка еще неизведанная. Не пойму, где, справа вы тут что ли? А, вот мост. Готов. Зуркон молодец, хотя бы отстреливает их всех. Теперь правее, вот туда наверх. Вон еще мост. Зуркон вообще четко действует. Так, где-то еще платформа. Ага, полетели. Мы ее сейчас найдем. Вот она. Я вот здесь не был. Здесь как раз мост, который мы собираем. Уже 9, кстати, нормально. Вроде не так все сложно, но это все требует времени определенного. Полетели дальше. Вон еще один мозг вижу. Не надо скучать. Сейчас будет весело. Продолжаем. Но нам надо уже подзарядить. Скоро будет ранец, потому что... Энергия-то не бесконечная. Садимся. Смотрим, где можно подзарядить ранец. Мистеру Зуркону скучно. Давай пока так побегаем, просто пешочком. А вон и подзарядник. Идем, все нормально. Протонный барабан появился у меня, однако, это очень хорошо. Ща рванет. Кто следующий, ребята?
Держите протонный барабан. Так, Зуркона надо призвать, где он там? Собрали. Так, вот из этих тоже надо же вытряхать мозги, ребята. Давай берем какую-нибудь ракетницу помощнее. И начинаем его будить. Вставай. На. И заодно покачаем ракетницу. Тихо, куда я там упал? Стой, 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 повернись. Эй, пришелец, ты чё? Давай-ка попикселизируем его. Где он там? У нас тут раз очень хорошо получилось пикселизировать. Дай я отойду. Есть. Хорошо бьет, по 5% сразу забирает у нас. Не надо меня стрелять, мне, кстати, аптечку надо забрать. Ну, чуть-чуть осталось, один раз попасть, два. Один, два, все. Хорошо, с него, по-моему, два мозга выпало, или даже больше. Куда теперь? Ну, полетели. Вот здесь мы еще не были. Здорово, ребятки. Протонный барабан вам в помощь. Подходите. Так, кнопки. Кнопка еще где-то должна быть одна. Стой, 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 полетели. И третью, давай, быстрее, 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 успеем нажать. Нажал, все, откроется, большой этот открылся. Так, теперь вот как раз ракетница подойдет. Но перед этим Зуркончик. Давай, пробуем еще его прибить. А вот это плохо. Плохо, что я на таком этом островке оказался. Мне нужна аптечка, ребята. Я где-то ее припалил сейчас. Вот она. Давай, подзалечились чуть-чуть. Предлагаю подойти к нему с пикселизатором. Очень уж хорошо он бьет. Давай, разлагаем этот мозг. Да, надо отойти. Ну что-то, как он мне так бьет, попадает сильно. Патронов нет. Патронов нету. Что будем делать? Что будем делать? Зуркон, ну-ка ко мне. Придется с ракетницей фигарить его. Пришел конец. Да отвали от меня. Куда она улетела? Она просто в никуда. Я не прицелился, поэтому ракета просто ушла. Так, а где мозги-то теперь с него? Или нам дай... А, 19 мозгов. Все нормально, значит. Мистеру Зуркону скучно. Где я еще? Вот здесь я не был. Протонный барабан. Поехали. Ради таких моментов мистер Зуркон не живет. Так, дальше. Взлетаем. Вот на этой платформе тоже я еще не был. Собираем все, подзаряжаем ранец. Ранец наш обязательно надо зарядить. Заберем ящички. Вдруг в них что-то есть. Ну как минимум это болты. Вон здоровяк летает. Давай туда сначала отправимся. Так, бьем, 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 бьем аккуратно. Сейчас давай возьмем ракетницу. Ой, все, патронов нету. Где Зуркончик-то мой? Как-то замес тут начался, ребята, уже более серьезный. Беги, спасайся, мистер Зуркон. Периодически прям не хватает патронов. Тебе
Так, давай, чем тебе стрельнуть-то? Лови гранату. Все, отлетел. Давай большого бить. Ракетницей будем. Сейчас стрельнет. Отходи, отходи, отходи. Надо беречь жизни тоже. А как он так попал? Вроде отпрыгнул я. Еще два патрона. Раз. Два. Теперь переходим на пикселизатор. Пусть ближе подходит. Да блин, он так сильно кидает, а. Давай, пикселизируем его. Зуркончик тоже стреляй, молодец. Ну, 39%. Ну, патроны закончились. Граната пошла в ход. Раз, два, три. Куда ты поехал? Четыре. 19%, 14%. Все, нету больше гранат. Давай воспламенителем тогда теперь добьем его. Хотя бы у него патроны есть. Все, надо, ребята, улучшать. Теперь в следующий раз надо патроны улучшать, чтобы больше патронов можно с собой носить. Потому что как-то прям вообще не хватает. Ладно. Все хорошо. Дальше куда полетим? Дальше назад. Сейчас присядем здесь. Плазму. Быстро. Ох ты, здоровячок. Придется так... А, нет, вручную не получается даже бить, ребята. Жизни заканчиваются. Быстрее аптечку взять. Слава богу, я хоть аптечку смог взять. Вот это жестко пошло, правда. Очень жестко. Нужно действовать быстро. Протоны. Быстро, быстро, быстро нажать на кнопочку. Еще где-то. Еще кнопочка, нажимаем. Все нажал. Ай, здоровяк вышел. Что делать-то? Сколько вас тут много? Ну-ка, протоны, быстрее, быстрее, быстрее. Спасаемся. Так, что у меня еще есть по патронам? Зуркон, давай. Кайфатрон, может быть, им кинуть, а? Пусть покайфуют пока. Как-то это все прям вообще замес. Прям, ребята, очень серьезный. А я собрал всего 26 мозгов. Надо больше. Ну, мы сейчас пройдем сюда. Я думаю, все будет хорошо. Так, где там здоровячок этот? Держи. Протонного нету больше барабана, прикинь. Ну давай воспламенителем хотя бы, а. Кто-то меня бьет постоянно. Жизни мало, ребята. Что делать? Быстрей. Жизни взял. Зуркончик хоть со мной, нет? Есть, гранаты вообще хорошо бьет тоже. Разлетайтесь, ребята. Отходите. А, меня прибили, по-моему, уже, нет? Отвалите. А, Зуркон, где ты там? Кайфатрон, быстрей. Покайфуйте пока, ребята. Потанцуйте. Мало жизни, вообще очень мало. Ну, я дошел до конца этого, получается, островка. Так, давай этого прибьем. Что-то он расползался здесь. Ну, с большим, я не знаю, наверное, попозже придется сразиться. Хотя бы восстановить силы надо чуть-чуть. Ай, вот это больно было. Придется лететь. Куда только. Давай вот сюда приземляемся. И то как-то опасно все. Давай пикселизатор, что ли, не знаю, этот кайфатрон кинем. Что с ним делать-то? Вот они покайфуют пока маленечко. Танцуют, нет? Нифига они не танцуют. Меня просто прибили меня. Откуда я начну? Кто-нибудь нюхал мозг телеспрута? Пахнет сахарной ватой. Чудно, да? Так, ну мы можем туда, в принципе, отправиться сейчас сразу. Лететь-то недолго. Где только патронов насобирать? Ну, хотя сейчас же все вроде восстановились. И ящики, и все восстановилось, да? А, мы можем, в принципе, туда
и не ходить как таковое. Мы можем вот здесь походить сейчас, пособирать все патрончики и потом пойти на больших. Так что все нормально. А мозги, интересно, восстановились, нет? Нет, мозги все здесь раздолбанные. Значит, надо все-таки будет идти искать свежие мозги. Но перед этим мы насобираем весь арсенал. Так, хорошо. Здесь где-то по-любому должны быть ящики, но я что-то ничего не вижу. Полетели вниз. Забирай. Так, сейчас у меня заряд кончится, что-то я разлетался здесь. Быстрее подзарядить ранец. Теперь можно лететь опять. Так, ящики. Вон мозг еще вижу. Отлично. Все, летим туда. Так, ребята, продолжаем наше приключение. Где-то я еще один мозг здесь припалил. Вон он, полетели. Так, 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 ну-ка отпрыгивай. Отпрыгивай в сторону, брат, где мой зуркончик? Кстати, уже патронов-то нормально стало, всяких разных. Я думаю, можно уже на здоровячка будет пойти скоро. Осталось примерно половина собрать мозгов. Ребята, давайте сделаем это уже в следующей серии. Посвятим сбору оставшейся половины мозгов. На этом всем удачи, всем пока. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик, кто еще не нажал, чтобы получать уведомления и не пропустить новые видео. Всем пока.